Люди гибнут. Это война. Иногда почтить память павшего товарища можно, лишь выполнив задачу. Годы сражений изменили нас всех. Но наша работа еще не закончена. УСО доверили мне новую команду, отобранную для секретной миссии. Я руководил и раньше, но эта группа была особенной. Лукас был опытным подрывником и не любил указаний. Уэйд был самой большой опасностью в небе, и он не давал об этом забывать. Полина — лучший снайпер в СССР. Она жаждала только мести. Ричард был моей правой рукой, он всегда прикрывал меня. Мы должны были нанести удар в слабое место врага. Берлин в огне. Но из его пепла восстанет наш грандиозный замысел. Четвертый Рейх. Фрайзингер сдохнет в Берлине. Рейх уходит в подполье. Боже, чем так воняет? Они маскируют трупный запах. Вообще есть четкие процедуры допроса пленных. Мы продолжим. Покончим с Рейхом. Знаешь, мертвым слава ни к чему. Но этот бой, он важен. Закаленные в огне, мы стали авангардом. За предзаказ цифровой версии вы получите доступ к чертежу «Ночной рейд» и исполнителю Артуру Кингсли.